Так, доброе утречко! Блин, Василиша кто стреляет, ты нифига себе добрый! Садись, Насик, поехали, поехали, обалдели вообще, что нифига вообще себе! Начинается? Я не знаю, что начинается, я всех сбиваю, мне пофигу! Видимо, сливая, двигаюсь по приборам! Опа, меня сейчас тут походу переетывают! Обалдел, что ли, давай сюда автомат, в смысле! Связался лучшим, сдохни, как все! Дайте пушечку, у вас так. Есть пушечка? Этот на бочках прям в небо полетел сразу. Нифига себе, начало. Положено, положено начало, Василич. Что происходит? Я проснуться не успел, уже какие-то люди меня атакуют. Понимаю. Я даже не успел сказать доброе утро, Леха. Вообще не говори. Вот это трэш какой-то. Так, и что так. Нам теперь дальше делать? О, вентиляция. О, а что, патроны можно сзади брать в машине? Стоп, погоди, что? Может, патроны в машине сзади брать? Нифига себе. Ага, только вот у меня пушки нету. У меня тоже, только вот лом остался. Я у этого один пистолет забрал у кого-то. Почему стреляли меня с автомата, но автомата у меня нету. Пошли дальше искать автоматы. Как куда? Вот. Нифига ты, человек вентиляция. А ты есть не пробовал такое... свою шаурмечную открыть? Нет, а что такое? Ну не знаю, просто назовешь Василич. Блин, Леха, зачем ты сейчас это сказал? Я захотел шаурму, вот я сейчас реально, я серьезно. Стоять, боец! Опа. Что там у него, плюшечки есть? Ты бери аптечку. Сейчас, погоди. Опа, на ништячки еще, опа. Тебе надо? Что именно по возьми ништячкам? Возьми вот там, в уголочке. Опа. Ага, все. Чего, двигаемся? Двигаемся. Дальше. Я как будто, знаешь, плохо. В киселе. Да, вот то же самое. Фига себе, мы просто уничтожители с тобой. Да. Вот это мы, конечно, даем вообще жару. Заходим. А, я вспомнил, Леха! Чё? Мы сейчас на секретном задании. А, да? Поэтому мы в киселе? Да, а мне казалось, что мы в киселе, может, ты в пятницу просто в кисель напился вообще, в смысле, поэтому тоже, мы в киселе, это тоже, это да? Это тоже, да. Это тоже? Опа, взрыв! Чик-чик, о, как в матрице, прям тух-тух-тух! Смотри, за стенки вылетая, прям бам-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 
так стоит, да? Тебе тоже кажется? А ему вообще без разницы. Что, где я что-нибудь? Да так ладно, пофигу. Кнопку-то нажал, да, главное, кнопку нажал и все. Почему мы кисельные берега какие-то? Не знаю, но война, война никогда не меняется. Меняется, да. Есть такое дело. Так, связался с лучшим, умри. О, наконец-то автомат наш. Револьвер нашел. Автомат нашел. А у меня револьвер. Нормально все. На, патрончики для пистолета забирай. Да, в натуре для пистолета. Так, и... А где провод? Куда-то он... Дверь откроет? Вот, да. Ух ты, нифига себе! Так, кидаю! Бум! Ой, что-то они кричат! Они кричат, не надо, Василий, пожалуйста, не надо! Ну я бы тоже себя боялся. Оп, у меня тоже теперь есть автомат. Давай, заходи по одному, кому что надо вообще. Пришли, так, тут прожал? Связали, значит. Кнопку прожал, говорю? Да, какую кнопку? Да, прожал, все прожал. Все прожал и все сожрал. Да, окей, пошли. От Василия я убежал. Так. Себе у нас тут. Да. Так, а это... Турель. Она упала. Потому что я... При виде твоей красоты, Василий, все падают. Ну я тут двери... Ой! О, нифига себе. Они тоже что-то кисели. Они кисели берега молочной реки, Василий.
понимаю. Ну, меня шкаф несет к этой. Что сделать, Василич? Меня убьет сейчас шкаф. Меня шкаф хотел убить. Когда тебя не может убить профессиональный солдат, то может... Тебя может просто убить шкаф. Опасность всегда поджидает нас. Именно так думаю. Там, где ее не ждут. О, кнопку нашел. О, поехали, Василич. Да, я что-то и думал, что сейчас откроется что-то. Ой! Здравствуйте. Ой-ой. Где? А, взрываемся, давай. На разлет у нас. Че, как дела? Куда ты побежал-то? Ну, меня еще никто не убегал. Он сытся, что ты говоришь? Взрываемся. Нифига ты куда подошел? Взрываем все. Ой, Лех, там это... Тебя... Ты как себя чувствуешь? Нормально? Нормально? Нормально! Видел тут, какие штуки летают? Да ну нет, не увидел, слепой! В наших кисельных берегах! Ой! Нифига себе, я даже удивился. А ну, подошли по одному. Давай по одному заходи! Опа, нифига себе! Ой, тут это, тут это... Тут фигня творится. Посмотри, какая птица. Ой-о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 й. Чё вам надо? Ходят тут, понимаешь. Опа. Опа, она Василич. Тут нужна поддержка. Вот там граната. Да, я чуть сейчас не забежал и не умер. Прикольно. Здорово. Еще одного. Операция уничтожения. Человек-дробовик. Ты? Да. Ты вообще где? А то меня тут глушат толпой. У меня еще оружие новое. А, твоё любимое. Так, извини. Да я там хотел в той комнате глянуть, что. А, это... А что тут у нас? А что это у нас такое? Опа. Кисельные берега. Что-то со всеми справился? Ну да, почти. Погоди-ка, так, а тут у нас не выйти. Фига ты там уничтожитель. 8000. Да. Подожди, да. А может завлезь сюда? Блин, еще дробаш взял, надо бы тебе, наверное, даст. Да не-не-не, у меня есть, у меня а есть. А у тебя есть дробаш? А, вот выход. Да блин, я думал, ты убьешь, не хотел патрон тратить. Но ты слишком долго справлялся со своей обязанностью. Блин, промазал. Опа-на, опа-на. Подходи по одному. А что это за фигня там? Получи гранату. Там у них нету бочек. А, нету, у нас только бочки с тобой. Да! Да! Вот так вот все. Че ты кнопку не прожал? Потому что она мне нафиг не нужна, кнопка твоя. Я не прожал разве? Не, ну, простите, я извините, прожал. Великодушно. Ну... Опа, залетел. Первого, второго. Фига там Василий. Василич убивато! Опа! Блин! Давай, пошли! Идем, идем! Ой, револьвера там патроны! Лех, от револьвера патроны? Да. Фига себе, я буду патронидзе! А чё? Ты патронидзе! Ты не знаешь, что такое патронидзе? Нет! Я тоже не знаю, но не важно! Смотри, граната! Ой-ой-ой-ой-ой! Ты чё меня... Так там, я, кстати, уничтожаю все. Вот, бочку мне и кидал, правда, их не видел до этого. Вот, дверь, видишь, вышибло. Все у нас работает. Василич, огонь-то у нас бесконечный. Все, все огонь, вообще ты... огонь. Огонь, все огонь, Василич. Опа, так. Тут пацан с щитом. Ща, погоди, был. Я вот туда гранатку закину. Да все уже, так. Пока ты думал, мы делали. О, здорово! Так, не заходи туда. Так, с другой стороны, на всякий случай. Там тоже кто-то был.
Че там, как дела? Ну, ты завалил всех. Ну вот такой вот я. Заваливаю. Меня чучка сейчас не убил. Чего? Че ты сейчас сказал? Заваливаю, Зенсин. Василич, помоги, меня опять эта штука тянет. Василич, у меня шкаф тянет опять. Леха неисправим. Сейчас, погоди, там турельки просто, я от них хочу избавиться. Давай от этих бочек тоже избавимся. Так. Утилизатор 8000. Все. Все, отлично. Ой, ко мне даже эта занятная штука. Отойди, Василич. Я ее убил? Да, да, да. Отлично. Отлично! Так, граната! Куда? В кого? Все сбежали, боятся! Гранаты! Ой, Лёха! Так, я сел! Фу, я под тебя кину, по-моему! Ой, Лёха! Опа! А чё они так встали-то? Бежать нас! Ну там и сзади, Василич! Это подстава! Василич! Я коробка! Лёха, чё? Я сказал, кто ты по факту. Да по факту, дай мне пройти, я застрял. Ты вот что ты дверь открыл, короче. Все понятно. Ё-моё. Я вообще ничего не делал. Чё? У них солдат невидимый. Чё, нифига себе, у них люди невидимки. Ты видишь, вот смотри, смотри. Да я вижу. Я вил всех убил. Против гранаты нет приема. Так, сейчас я тут всю энергию заберу. Сейчас я закину. Буду энергетичный парень. Я думал, я кого-то убью. Нет. А ты, оказывается, просто... Что? Ну, вив так, уже. Хорошо, а по операции инфа будет? По операции? Я никого не видел. Так, я видел кнопку. Я нажал. Ты видел кнопку, ты нажал ее опять. Василич, так. Ты Василич. Опа! 3, 4, 5. Фига там, человек щит. Кстати, надо загонять эти, подобрать еще. Гранаты. Я пойду за гранатами схожу. Их много, они мне нравятся. Мне тоже нравилось, пока Ферри не попробовал. Ага, тут арбалет. Арбалет? Фига себе. Я думаю, это... Я заберу все щиты, но оставлю тебе арбалет. Ну, тоже неплохо. Так, 17 гранат. Тут на гранатах вообще все вывозить можно. Вывозить невывозимое. Все, я тебя жду. Так. Ты меня подожди. Вон, вон. На меня да, не да. кричи. Вот он, да, арбалет? Да, да, да. И поднимаемся. Это лифт, я так понимаю. Ну, наверное. Опа-на. Опускаемся, Василич. Ты обманул. Обманщик. Ну, это же лифт. Ой. Опа. Фига себе, хоть сколько набежало. О, там пацаны на веревках спускаются. Фига себе. Фига себе работает там он. Граната, я сказал, граната. Граната, граната. Уйди чё, от Васильтрата. Че? Граната, граната, уйди от Васильтрата. Фига, не веди, я не дату. Фига, они мощные. Они еще, кстати, посильнее и крепче, чем... Да, они арбалет выдерживают. Сейчас мы сдохнем, Василич-то. Не, не сдохнем. У меня есть дробовик. Дробовик. Так, что, следующего, надеюсь, не будет? Похода. Ну, мы высматриваем с тобой. Да. Так, ага, все, мы на месте. А, вот там стекло, блин. Да блин. Да. Вот мы с тобой... Да блин! Да не грусти ты так. Ага. Все равно мне грустно. А они сейчас по... А, сейчас... Готовь гранаты. Гранаты, хорошо. И сейчас открою стекло. Давай. А, о, нифига нет. себе, ты им там устроил разлепушку. Так интересно, так интереснее даже. Прям воюют. Так, а здесь нет аптечек, да? О, открылось. Вон аптечка дальше. Во-во-во. Так, нас, опа, по-моему, заперли. Да. Получается, опа, так. Открывай!
Дерись, как музык! Ну! Ну, давайте! Уфига! А чё, муж наш? Давай не будем по нему стрелять. Он нам помог. Он ушел. Уж и ушел. Он нам сейчас, может, окно откроет второе. Я надеюсь. Просто как-то неожиданно произошло. А чё он выглядывает там? Не знаю. Ты чё выглядываешь? Мы тебя видим. Может, гранату он откинет? Ага, и подорваться на ней. Ну, подожди, да, я сейчас. Я другую часть кину. Ну чё ты к ней-то подошел? Ну нет, не работает, уже проверили. Ча, не закончит разговаривать? Там что-то разговор. О, вот. Все, открылись. А что там внутри происходит-то? О, там трупы Василич. Трупы Василич? Трупы. А, трупы Василич. Трупы. А я услышал, трупы и Василич. Пошли на лестницу. Что у нас, открылось же? Капец ты кисель. Вообще кисель. Харчок. Человек-харчок, Василич! Гранату! Давай! Вот так! Вот это от Аташечки сейчас я сделал! Там граната еще лежит. Да, увидел. Тут кнопка есть, сейчас мы тут подберем, что нам надо. Так, вроде все подобрал, на лифт. На лифт. Готов? Ага. Поехали. Ну вот, хорошая спецоперация. Хорошая спецоперация, Василич, хорошая. Да. А что мы делаем? Мы банда. Братство вообще-то. Мы братство и банда. Готов? К разлету. Хлебососины. Давай. Да. Опа, фига себе. А что такое это? Так. Две гранаты, Васильич, отойди! Да, извиняюсь. Я просто сам застопорился в шкафу. Так, а ну иди сюда. Так, давай, побежали. Оп, нифига себе их там сколько. Сейчас закину гранат. Да там, знаешь, сколько гранат уже лежит. А чё они назад выкинули? Как он назад-то вылетел? Не знаю. А! Ой, Лёха! Аккуратно, там я гранату случайно запустил. Как раз Василич! О, всё. Меня убить хочешь. У меня все. У меня все, что было по броне. Так ты можешь вернуться. А, мы же на лифту поднялись. Да? Да, вот тут комната есть. Ну давай я вперед пойду, чтобы. Да не, ехать. Ну жизни-то есть, брони нет. Так вот, подарочки тоже... от Санта-Клауса. Я что же без подарочки от Санта-Клауса. Принимаем. Ой! Это в смысле ты или я сейчас сделал? Это ты взрывом бочку пнул в меня. Да ладно, взрывом бочку, в смысле, я сам чуть-чуть не сдох. У меня 2 хп оставалось. Бери броню. А, Лёха! Чё? Это ты гранаты нам кидаешь? Да, я там стояли две этих. Выношу. Я под ноль все выношу. Ну все, двигаемся дальше. Ща, подожди. Так я вот тут, чё ты, куда пошёл? Чё ты? Здесь? Ты чё, наркоман, что ли, или где? Ща, погоди. Так, ну... А, всё, есть. Я так. Гранаты кидаю, мне пофигу. Давай закидывай. Можешь пройти уже сюда. Хорошо. Живи, Василий, живи. Да я-то живу. Да тут у тебя гранаты куда-то в бок все летают. Да нормально. Нормально все? Да. Нормально. Да. Спокойно добегу. Спокойно выполним задачу. Так, ну-ка. Ай, блин. Я не знаю, где ты, я с вентиляцией кидаю. Я не контролирую себя.
Я за себя не ручаюсь. Я говорю, гранаты мешают вести тебе деловой разговор. Думаешь, для меня чуть они не убили только что. Все, пока что не кидай. Дай мне пройтись посмотреть. Ё-моё! Ё-моё! Я все-таки кидай! Да. Я рискну своей жизнью. А... Да блин! Нафиг ты ко мне-то закинул? В смысле, я в тебя не закидывал. Так я внутри находился этой фигни. А я снаружи был. Я внутрь не кидал, я снаружи скинул. Как ты меня внутри убил? Скорее всего, тебя накоцало. Да в смысле, я как бы просто внутри был, помещение. Ты ко мне, значит, туда наверх закинул через вентиляцию. Слушай, как ты меня еще убить-то мог? Все, хорошо. Да короче, может, они бесконечные просто. Мне кажется, здесь просто надо пройти, наверное, и все, я дальше прохожу. Давай, я сейчас разберусь тут с частью, чтобы пройти хотя бы. Все, я прошел. Ой-ой-ой-ой-ой! Здорово, ребят! И вам привет! Я сейчас сдох! Да чё у вас так много-то? Я умру, умираю, героев! Так, ты где, Лёх? Да я сейчас сдохну! А, вижу! Пытаюсь жить на последнем издыхании! Бегу как герой! Во, я на улицу вышел! За мной летят! Да меня сейчас тоже! Всё, я... Так. Да блин, ну куда вниз-то я полетел? Блин. Блин, блински. Ай. Понимаю. Понимаешь. А ты понимаешь? Так я уже дальше пробежал, ну сейчас эти подберу. И подобрал. Так я же где-то неподалеку от тебя был, я смотрел, как тебя сжирали. Так просто не, понимаешь... у меня 2 хп, я всех убил, упал в яму, блин. А, ты даже так? Или там одного не добил, или я не понял. Так, ладно. Все, они шкаф... все умерли, что ли? Они да реально будет, все а... умерли. А, не совсем. Не, ну типа эти, которые летают-то. То есть они все-таки кончаются. Ну мы всех уничтожили, мы с тобой ну, красавцы. Вот здесь, вот где тут этот один? Вот он, наверное. А, нет. А что еще? Так, что у нас вот тут? Вот здесь канал? Я в яму упал. Здесь один был, блин, и в яму. Вот, джамп. Прыгни за секретным оружием. Ну я прыгнул уже. Там такое себе секретное оружие, я тебе скажу. О, я убил кого-то. Ну пошли просто дальше. Че там? Пойдем просто дальше. О, гранатки. Тебе надо там что-нибудь? Да, подлечиться чуть-чуть. Чуть-чуть брони. Все, давай, поехали. Так. Поехали. Наши городские. Блин, они опять за этой фигней. Сейчас тут что-то будет. Ага. Ой, ё-моё, Лёха. Чё? Так я сразу их увидел, по ним стрелял, сказал, они за стеклом. Я думал, ты про лезвие. Нет, в смысле, я про них сказал, что за стеклом. Ты только сейчас заметил, что ли? Да, я подбежал, что-то повернулся. Ой, они умерли. Во. Ё-моё! Блин! Блин, блински! Короче, кидаю гранаты. Я тоже на гранатах выживаю. Половину убил. Так, все, ладно, вообще на изи. Видел, сколько я их убил? Да я видел, я даже не успел проследить за этим. Так, все. Щук, смотри, я сказал кисельный. Леха кисельный. Рыбак малосельный. О! Ну, видимо, вот Леха... Вот тебе ого. Так, все, ну, поехали. Ну, давай. Васильевич, увидимся.
следующей жизни. Mission complete. Да, детка. Да, мы сделали это. Да, только мне придется до базы путь самому. Ну, бывает, ты сплавать умеешь, я-то нет. Вот, ребят, была у нас такая карта, вот название у вас перед глазами, тирает. Мы не знаем вообще, что снимать, сейчас вам сядем, что-нибудь другое еще снимем. Чуть вам снимем, намутим, подзамутим. Слушай, ну, по крайней мере, эта карта, ну, хотя бы что-то нормальное. Да, что-то интересное, я бы даже сказал. То есть, что-то хоть это, прям... Прям активчик, активчик какой-то. Да, есть такое. Поэтому, дело. В принципе, интересно нам. Интересно. Интересно. Но, ну, будет ли вам нравиться, это уже ваше дело. Есть, в смысле, один хп. А ну. Ой. Это не я, я не хотел. Ребят, не забываем подписаться на канал Maximus Channel. Ссылочку вы найдете в описании. Вот, как-то так. Что еще сказать? Лайкосик поставьте, напишите в комментариях, ждали ли вы таких выпусков. В принципе, что-то мы там нарыли по картам, в таким подобным, но будут ли вам они нравиться, это уже ваше дело, так что лайкосик надо написать, лайкосик надо поставить, комментарий надо оставить, подписаться. Да. Колокольчик нажать, подписаться на другие соцсети. Ну и, ребят, если вы все сделали, смотрите практически каждый выпуск шоу Хриплых и шоу Привет, сосед. Все смотрите, все игры, все лайкаете, то знайте, что вы лучший подписчик. Вот. Да. Я сказал сальтуха. На этом все, ребят. С вами был я, Леха Смертник, Maximus Channel, и это был Шепелявый Леха Смертник. И это было Шоу Хриплых. Все, ребят, всем удачи, всем пока, увидимся. Давайте, до новых встреч. Адьос. Давайте, до встречи, ребятишки. Такие вот делишки. Всем пока, увидимся.